справедливість для кожного своя. Що вона являє собою для миколаївців? Дізнаємось. Ну, наверное, когда все поступают так, как хотели, чтобы с ними поступали. Справедливость, ну, это когда что-то происходит так, как оно должно происходить. Должно происходить, ну, да? По отношению к кому? В равной мере по отношению ко всем. Справедливость? Да, для вас. Ну, это, вы понимаете, это такая тема, которую надо развивать и развивать. Ну, для меня справедливость в первую очередь это когда все равны, так. Все законы на всех распространяются одинаково. Есть. Все видят мир одинаково и должны учить всех одинаково. Если будут учить всех по-разному, то понятие справедливость будет у всех по-разному восприниматься. Но у нас никогда не было справедливости, поэтому понятие такого... Для нас не существует вообще. Вы так думаете, что... Я так думаю, да. Угу. Это какое-то виртуальное понятие. Это понятие очень, знаете, такое шаткое и непонятное для многих людей. Это, наверное, верное наказание за совершенное преступление. У каждого человека свой потенциал, и он каждый поступает по-разному и живет по-разному. Кто-то делает больше хороших поступков, кто-то меньше. И как мы можем судить в этой категории и приписывать равенство? Если один как алмаз сияет, да, а второй как камушек какой-то гранитный, который рассыпется.